Так, короче, друзья, это было нечто. И мы зашли к Денису в Калининграде, отремонтировать гитару, который все сделал. И у него есть, это Денис, у него есть вот такая играющая палка. Гитары ремонтирует, он еще лучше, чем играет на палках. Спасибо, дорогой, очень приятно с тобой познакомиться. Спасибо. Все, спасибо. Денис, спасибо.